Блуждав по интернету, а если быть точнее, то в сообществе Metro Exodus, я наткнулся на одного человека, который задавал вопрос, будет ли бурбон в новой части метро. Сказать, что я удивился, ничего не сказать. Он также процитировал бандитов с Венеции, и тут мне стало интересно. Я решил сам найти тех самых бандитов из DLC Павел. Собственно, вот что у меня получилось. Так чё тебе там пацаны звонили? Так за бурбона же! Чё за бурбона? Ну там какие-то реальные беспредельщики были, перемочили вообще всю братву. Чё, реально всех? Да как ты здесь стоишь? Один бурбон и остался, он же, сука, фартовый. А чё его не мочканули? Так ему маслина сразу прилетела, он отрубился наглухо. Те беспредельщики, видно, за жмура и сосчитали. Может, то и не беспредельщики, а рейнджеры. Немного поразмыслив и сложив логическую цепочку, ну как сложив, сломав, так как случай на Сухаревской был год назад, в 2033 году, а действия, которые происходят с Павлом на Венеции, в 2034 году. Возникает резонный вопрос, почему он спрашивает спустя год, почему о бурбоне ничего не слышно, почему бандосы, да и сам Кейслы не предприняли никаких действий в течение аж целого года. Вероятнее всего, это просто сюжетная дыра, и разработчики сами запутались, что и когда у них происходило. Кого ты притащил с собой, ублюдина? А вот что насчет бурбона, то оказывается, при выстреле ему попали не в сердце, а в плечо. Таким образом он потерял сознание, а Артем в свое время подумал, что его напарник погиб и спокойно ушел с Ханом. Разработчики уже который раз ломают каноны самой книги для получения так называемого экшона. В самой же книге бурбон погибает в тоннеле между проспектом Мира и Сухаревской от разрыва сердца, ну или типа того. Там же и встречает Хана, который доводит его до Сухаревской. В общем-то, судя по полученной информации, можно сделать небольшой вывод, что бурбон с вероятностью в 50-60% может появиться в Metro Exodus. Вот, собственно, мой утешительный прогноз о бурбоне. На мой скромный взгляд, скорее всего, так и будет, ведь по сюжету самой книги Артём встретит много новых лиц и может... Может быть, одной из новых лиц будет бурбон с его знаменитой фразой. Главное, Артём, главное, не ешь желтый снег. Какого хрена? Печальный, но ожидаемый финал для таких видео, как у меня. Благодарю за просмотр, всем удачи и пока. Главное что, помнишь, желтый снег не есть? Помнишь? Главное, желтый снег не есть!